Ямочный ремонт дорог областного центра в самом разгаре. 67 наиболее разбитых проезжих частей уже отремонтировали. Сейчас ямы латают литым асфальтом. Как только среднесуточная температура достигнет 10 градусов Цельсия, перейдут к работе с асфальтобетонной смесью. В начале этой недели ямы зальют на улице Наговицына и Кренистовой, Генерала Белова, Пушкина, Рабфаковской и на Шереметьевском проспекте. С начала года ведем ремонт литой смесью. Это вынужденная мера по приведению дорожного полотна в нормативное состояние. Вылито и уложено уже более 1000 тонн. Значит, затрачено количество денег в районе 8-9 миллионов рублей. Немалые деньги вкладывают и в ремонт техники. В СМП 144 машины, которые так или иначе задействованы в уборке города и летом, и зимой. Недавно добавилось еще 5 единиц техники. 3 уже получены, 2 ждут со дня на день. В ближайшее время, когда установится положительная температура днем и ночью, она будет участвовать как в уборке, так и в перевозке асфальтовой бетонной смеси и в мойке улиц города. Стоит отметить, что переоборудование 5 машин стоило 3 миллиона рублей. За эти деньги их оснастили плугом, щеткой, кузовом для песко-соляной смеси и бочками для воды. Хочется надеяться, что в скором будущем ровные ивановские дороги будет мыть и подметать новая уборочная техника. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.